Всем привет в новом видео, и мы с вами продолжаем изучение движка. Сегодня мы будем рассматривать Event Dispatchers. Это диспатчеры событий, которые позволяют нам взаимосвязывать некие события между собой. В следующем видео мы поговорим про касты и про интерфейсы тоже, будем про все это говорить. То есть мы сейчас такой вот открываем блок взаимодействия, да, объектов и блюпринтов и событий между собой. Это очень важная вещь. Итак, Event Dispatcher. Как его создать? Давайте начнем с этого. И вы, в принципе, в процессе поймете, как он работает. Нажимаю здесь плюс. Пусть у меня здесь он будет называться Start Dispatcher. Да, вот он у меня есть. Нажимаю Compile, Save. Ну и смотрите, здесь, в принципе, то же самое, что можно менять название, Instance Editable, мы все это проходили в прошлых видео, то есть можно сделать его приватный, можно установить категорию, сделать этот диспатчер редактируемым со сцены и сделать просто читабельным, да, то есть без возможности редактирования. Также здесь еще есть такая штука, как бы можно копировать сигнатуру из. То есть можно здесь устанавливать, тут как бы разработчики позаботились, здесь можно устанавливать различную как бы сигнатуру можно устанавливать. Соответственно, мы вот нажимаем, допустим, сюда, и вот у нас уже диспатчер имеет определенные инпуты. То есть вот мы вытягиваем его, и вот у нас здесь есть инпуты. Соответственно, в некоторых ситуациях это может пригодиться. Это как бы такие вот базовые тут crouch, jump и так далее. То есть make noise, ну в общем-то, но нам это не нужно. Просто имейте в виду, что здесь можно, разработчики, так сказать, они добавили сюда, так скажем, различные штуковины, на которые можно нажать, и появятся определенные там переменные и так далее. То есть в дальнейшем это может упрощать логику. Но нас интересует не это. Давайте все-таки разберемся, что такое event dispatcher. Смотрите, я начну со следующего. Вот у меня... Я зашел в мой класс BP Character. Если у вас его нет, нажимайте правой кнопкой мыши, Blueprint Class и Character. Создаете его. Так, это мы закрываем. Итак, смотрите, давайте создадим такую вот штуку. Создадим sequence. Будем работать через секвенцию. И смотрите, давайте сейчас я вам объясню, просто вообще максимально доступно и наглядно, как работает Event Dispatcher. Смотрите, вот у нас здесь есть... Start Dispatcher, который я его назвал. Я его вытягиваю сюда. И здесь появляются некоторые, так сказать, возможности этого диспатчера. Первый это вызов диспатчера, второй это привязка, третий это отвязаться, потом отвязаться от всего, то есть все события отвязываются от диспатчера, создать события и получать сразу с диспатчером. И, соответственно, назначить, создать диспатчер и сразу же подвязать к нему event. Соответственно, когда новички открывают только этот диспатчер, допустим, вот у них вот это вот окно появляется, они его уже пугаются. И если они нажмут, то они тоже такие, ой, а что это такое, а что это, что с этим делать? И на самом деле, да, действительно, то есть можно bind сделать, и тут люди вообще не совсем понимают, что это вообще, в принципе, такое. То есть здесь какой-то конвертик нарисован, здесь конвертика нет и так далее. Сразу скажу, что вот этот конверт обозначает... отсылку, ну, вызов чего-либо. То есть, когда мы будем проходить интерфейсы, про этот конвертик я более подробно расскажу. И, в общем-то, на самом деле бояться здесь нечего. Смотрите, давайте сейчас я наглядно объясню, как вообще работает диспатчер. Смотрите, здесь мы создали секвенцию. И, допустим, смотрите, здесь я вытягиваю, прописываю print string. Ну, и давайте поставим здесь все-таки небольшую задержку. Пусть она будет у нас так, delay. Дилей получается, ну пусть 2 секунды у нас будет. 2 секунды. Completed. Все, вот сюда. И здесь получается, где hello, мы здесь прописываем. Я вызвался без диспатчера. Вот так вот напишу. То есть, да, мы видим, что здесь диспатчера у нас нет. Теперь же мы сделаем следующее. Здесь, где DN1, я сделаю delay. А вот эта вот секвенция, то что она просто позволяет параллельно нам воспроизводить логику. То есть вместо того, чтобы писать сейчас всю эту логику в один столб, условно говоря, то мы это все разделяем. То есть оно все это будет идти параллельно. Имейте в виду, в принципе, я про это уже рассказывал. Ставлю здесь двойку. Дальше протягиваю и здесь прописываю. Давайте вот так вот сделаем. Start Dispatcher, я его здесь вытягиваю. И здесь прописываю bind. Вот я его здесь ставлю completed. И здесь у вас встает вопрос,
А как вообще работать получается с диспатчерами? То есть здесь вот я указал то, что подвяжись, да, подвяжись на какое-либо событие. Байнд — это подвязка. Соответственно, здесь нам нужно запихнуть сюда ивент, событие. То есть, что такое вообще делегат? Вот мы его наводим, да, здесь написано делегат. Мы сейчас будем смотреть, вот это вот вообще ивент-диспатчеры, это условно говоря, и есть наши делегаты. В общем, в чем, если коротко, делегаты — это из классического программирования. Делегат — это такая вещь, которая, это функция, потому что вот это по сути это функция. Это функция, которая способна вызывать другую функцию. То есть это называется делегат. То есть еще ключевое, как бы, то есть помимо того, что делегат, он может вызывать какие-либо функции еще, в данном случае у нас это ивенты. Делегат может, ну потому что ивенты — это тоже функции. Делегат может еще хранить в себе различные значения других функций, и если мы берем Unreal, то соответственно событий, различные данные, функции и так далее. То есть условно говоря, делегат связывается с функцией, и мы сейчас это и сделаем. Соответственно, мы отсюда вытягиваем и прописываем custom event. Кастомные ивенты мы уже проходили, пусть это будет у меня называться, ну также custom event test. То есть мы создали функцию и привязали эту функцию к делегату. То есть теперь вот эта вот функция, а точнее вот этот вот диспатчер, а если быть точнее, делегат, он как бы делегирует, да, вот эту, ну вот этой вот функции. То есть условно говоря, теперь вот эта вот штука, она руководит вот этой вот штукой. Это максимально утрировано. И смотрите, допустим, здесь я протягиваю следующее: print string. И здесь я пропишу, что я вызываюсь с помощью делегата. И теперь смотрите, у нас здесь есть просто обычная, как бы обычный вызов принтстринга, то есть я вызвался без диспатчера. И давайте здесь вот такие 3 секунды, то есть сначала у нас появится вот эта штука, потом появится вот эта штука спустя 3 секунды. И здесь у нас появляется: я вызываюсь с помощью делегата. Сейчас я нажму compile save, но сейчас ничего не произойдет, именно из делегата он не вызовется. Давайте я нажимаю. Вот смотрите, в левый верхний угол, вот, я вызвался без диспатчера. Ждем 3 секунды, ну, нету ничего, да? А потому что нужно теперь этот самый диспатчер, этот самый делегат вызвать. Соответственно, как мы это делаем? Все верно, мы делаем следующим образом. Делаем это вот сюда, прописываю call, засовываю это вот сюда. Все, у нас отправляется теперь вот это как бы письмо, да, то, что все, мы вызываем диспатчер, мы вызываем вот эту вот штуковину, потому что на вот этот диспатчер подвязано событие. Нажимаю compile save, и теперь смотрите. Сейчас появится сначала: я вызвался без диспатчера, и потом я вызываю с помощью делегата. Все, то есть у нас все работает. Но теперь смотрите, мы можем сделать еще, сразу рассмотреть еще и следующие вещи. То есть можем посмотреть unbind и так далее. То есть смотрите, давайте я сейчас продемонстрирую. Я создаю новый кастомный event. Называю это custom event test end. Вот таким образом. И здесь что я буду делать? Здесь, допустим, пусть у меня будет delay, и там, я не знаю, delay 5 секунд, допустим, и когда он вызовется, я прописываю print string, и, допустим, я не вызвался. Просто вот давайте вот так вот пока что оставим. И мы теперь можем, вот мы создали вот эту вот штуковину, мы теперь можем еще, получается, на этот же диспатчер я прописываю здесь, так нет, я прописываю здесь bind. Я могу теперь на этот самый делегат повесить еще одну функцию. То есть я могу здесь тоже это все начать продвигать и так далее. Ну, давайте я здесь нажму вот таким образом и сделаю это вот так вот, да. И давайте теперь посмотрим, как оно у нас отработает. То есть у нас сначала должно отработать: я вызвался без диспатчера, потом я вызвался с помощью делегата, а потом, ну, давайте так вот, я вызвался с помощью делегата опять. Давайте посмотрим. Компилирую, сохраняю, давайте запускаем. Так, первое, я вызвался без диспатчера, я вызываю с помощью делегата. И теперь я вызвался с помощью делегата опять. И вот смотрите, у нас в чем суть. У нас здесь получается на event dispatcher подвязано несколько событий. Два события. Что нам необходимо сделать, чтобы их отвязать? Да все просто. То есть вытягиваем start dispatcher. И мы можем как бы отвязать как одну
функцию, то есть просто один ивент. То есть какой ивент, то есть мы можем, допустим, вот этот отвязать, да, ивент и так далее. А можем отвязать просто все. То есть нам нужно, так как у нас сейчас две функции, два ивента на делегате, соответственно, мы делаем следующее. Мы опять же вытягиваем это и unbind all. Берем, прописываем сюда и смотрите, допустим, вот у нас все, event dispatcher у нас отработал. Я хочу, чтобы у нас, давайте я поставлю там, допустим, delay, там 2 секунды, и после этого, как это все пройдет, я, допустим, вызову этот диспатчер еще раз. Start dispatcher. Вот таким вот образом. То есть мы сейчас отвяжемся от всех событий, будет задержка, и мы вызываем этот диспатчер снова, но он не вызовется. Ну, в общем, суть в чем, что если бы у нас вот этот вот call, если бы у нас не было вот этой вот штуки, unbind, да, то у нас бы вызвался еще раз этот же самый диспатчер, то есть он бы нам вот этот вот текст, я вызываю с помощью делегата и так далее, он бы нам его написал еще раз. Но так как у нас есть отвязка, то таким образом вот это вот, вот этот блок, он не работает. У нас вот delay и переходит сразу сюда, потому что здесь никаких событий нет. Ну и последнее, что мы рассмотрим в рамках диспатчера, то есть я его здесь вытягиваю. И допустим, ну опять же можно создать сразу кастомный ивент, то, что мы проходили. Ну и следующее просто assigned. То есть смотрите, сразу вместо того, чтобы делать вот это вот все таким вот образом, как я здесь сделал, то есть можно сделать сразу вот таким вот образом, вот это копирую здесь, вот это вставляю и все, то есть, ну, сразу же, то есть, вместо того, чтобы создавать новые кастомные ивенты и так далее, то есть, можем сделать вот таким вот образом. То есть, в этом, в принципе, и суть вот этих вот самых ивент-диспатчеров и вот этих самых делегатов, то есть, они руководят, условно говоря, функции, они хранят в себе сведения, там, события, ссылки и так далее и прочее, других функций в контексте движка, других событий. Поэтому вот что такое делегат, от слова делегирует, да, то есть он сам, вот этот вот диспатчер, он решает, кто, когда и где вызывается. Но еще, в принципе, фишка диспатчера в том, что можно, допустим, создать новую функцию, она у меня здесь уже создана, мы функции проходили. Эти самые диспатчеры можно вызывать и здесь. Только единственное, что внутри функции нельзя вызвать еще, ну, создать, получается, новые, ну, получается, новое событие, да, потому что это, получается, функция внутри функции получится. Так, на самом деле, нельзя делать. То есть, вот, в принципе, и все, как это работает. Вот, в принципе, и вся логика этих самых диспатчеров. Поэтому вам, на самом деле, здесь просто нужно вот этих вот штуковин не пугаться. Они, в принципе, все подписаны. То есть, опять же, повторюсь, вызвать, подвязаться, развязаться, развязать все, создать событие сразу и сразу создать диспатчер, то есть делегат, и сразу же создать события, то есть функцию. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, что видео было вам полезным. Подписывайтесь, все ссылки также интересные в описании по данным видео.